Андреева. Куда ты сегодня едешь? Лебедя. Кормить лебедей. Окей, это очень далеко. Не очень. 5 километров это внушительное расстояние. Но я уже когда-то ездила, и мне уже это не очень. Да, летом Ева уже ездила. Ребята, а сегодня мы вместе с вами поедем. Я вам покажу, как она быстро умеет ездить. Всем привет! Мы сегодня... Это вторая часть, как я еду к лебедям, кормить лебедей. Сейчас эта дорога нам предстоит переехать в школу Вадика, потом, да, потом по прямой, потом свернуть и перейти дорогу, а потом дальше прямо, а потом поворот и дальше будет лес, потом в лесу поворот и уже мы совершенно верно. На озере с лебедями. Да. Пося, поехали. И с утками. И с утками, там тоже есть уточки. Да. Вперед. Поехали. Сок. Живительная энергия. Сок. Да. Надо подкрепиться. Да. И ехать, да. Давай. Вкусно? Очень внимательным, ребят. Смотреть по сторонам. Вот мы, ребята, подъехали еще к одному железнодорожному переезду. Поезда нет. Это называется как, доча? Семафор. Когда едет поезд, он мигает двумя красными сигналами. А сейчас поезда нет, и он не мигает. Красавец, да? Большой, большой. Не убегай, давай ему, давай.
Красавец. Он просит, он же разговаривать не умеет. Просит, говорит, давай кушать. Видишь, какой огромный. Ты хочешь, чтобы он папу съел? Чтобы меня съел. Он просит, он же разговаривать не умеет. Давай. Он говорит, да, давай мне кушать. Ага, он вижу, нацеливается на огромный твой кусок. Видишь, какие они огромные. Пища у него большущая. А попробуй с ручек ему дать. Цепанет. Смотри, как он шипит. Прям как этот, как динозавр. Как динозавр, как этот. Глянь, как он огромный. Посмотрите, ребята, какой он. Гигантский. Ну, вот там стой. Да. Огромный. А там же плавают еще множество большущих. Смотри, какая шея у него. Огромная. Длинная. Видишь, уточки делают кря-кря, а этот кря-кря не говорит, он так шипит. А? В шею? Ну ничего. Помнишь сказку «Гуси-лебеди»? Там тоже ж такие были. Вот на них, кто там был, Иванушка, да, сел на шею, на спину и полетел. Ну, конечно, смотри, он с тебя размерами. Конечно, это самый смелый, наверное, вожак стаи. Видишь, он не боится никого, выходит. А вот смотри, собачка. Интересно, она будет гавкать? Не, не будет. Не гавкает. Да, не бойся. Шея длинная, как у динозавра. Лебедь плавает, гребет ножками. Ну, с рук попробуй, да. Он будет, он, видишь, никого не боится. Дети бегают, он смелый. Наверное, вожак стаи. А, нет, что-то испугался. Он детей, наверное, испугался. Видишь, детки подошли, он... А, я знаю. Он думает, что это конкуренты сейчас хлеб будут забирать, и поэтому он их отпугивает. Чтобы хлеб не забирали. Говорит всем, что это моя территория, я здесь главный. Где-то мой хлеб, я его... Третью букву съедаю. Так посмотри, какой он большой. Я не знаю, надо почитать в энциклопедии, сколько они весят. Он весит, наверное, как ты, 20 кг. Смотри, какой он большой. Он с тебя ростом. Он же гигантский, ты видишь, какой. Крякает, а этот голодный, видишь? И где же ему еще еды взять? Только здесь. Вот так кто приходит, эти горы.
зевай, давай, он сейчас будет настойчиво просить. Он сейчас умеет наизусть щипать. Да, он же такой огромный. Меньше. Гусь только большой. За три. Лиса выделила. Как будто сыр. Вот такая вот лица. Да. Надо очень постараться. Поищем еще, там их много должно быть. Да, их уже нету, один едет. Пока. А один? Там должны быть сады. Они здесь каждую осень. Ребята, вот это озеро. Ева и лебедь. Нарисуешь? Конечно, сделаешь так. Вчера мы с тобой написали две мелодии вместе. А возле этого видео сделаешь сама. Лебедей и девочка. О, что, наелся, все, пошел в эту, в реку. В озеро, смотри, какое. Важно, вальяжно. Все, наелся. Ну, пошли там в залив, там еще есть лебедь. Сейчас мы ребятам покажем, пошли за ним, как он заходит в воду. Это интересные кадры. Лебедь — это речная птица. Хотел сказать речное животное. Речная птица. Пошла провожать его, его родную стихию. Вот он сейчас войдет в воду. Доча, не ходи за ним, ноги намочишь. Смотри, какой он красивый. Он еще ж полез пить, потому что он наелся много булки. И ему теперь для того, чтобы он это все переварил, ему надо запить водичкой. Ну, как мы кушаем тогда, мы же тоже запиваем водой. Вот так и лебедь покушает. А смотри, какие волны. Да ничего, мы сейчас пойдем туда, в залив. А он сейчас вернется, смотри, он вылазит. Мы сейчас пойдем в залив. В заливе там еще есть молоденькие, серенького цвета. Вот, ребята, кто читал сказку, как, доча, эта сказка называется? А, «Гадкий утенок», да? Помнишь, там, где был лебедь, он был маленький, он был сереньким, невзрачным, некрасивым. А потом, когда вырос, превратился в вот такого красивого белого лебедя. Давай, Зак. А ты ж можешь ему прям в воду кидать, он так будет есть. Давай, попробуем, а ну. Смотри, он и в воде хватает. Просто это ж он, ну, холодная вода. Вот, видишь, какое хорошее общение. И за хлебушком беги, приноси. Да не торопись, он не улетит. Я говорю, не торопись, он не улетит. Ребята, озеро. Как медведь в берлогу? Медведь ложится спать в берлогу. А лебедь, он спать не ложится, он полетит в теплые края, в Африку с другими лебедями. Полетит в
теплые края на зиму. Дайте нам и вам. У нас сегодня редкие кадры, чтобы такого дикого лебедя кормить так практически с рук и близко. Ничего страшного. Видите, ребята, собака решила поохотиться на лебедя. Испугала его. Вылезла, и он испугался. Но сейчас мы ему хлебушка накидаем, вот смотрите, как он красивый. И он опять прилетит. Кидай, дочь, хлеб. Он вернется. Ну. Я не понимаю. Я отвинуюсь, вижу, собака бежит. Я смотрю, она с палкой, да. Рычит. И палку не выбрасывает, и рычит. Видишь, он водичку пьет. Такой близко, то лебедь. Да, да. Это ж собака, и лебедь начал убегать от собаки. Кидай, вот так, кидай, он увидит. Собака думает, что она моя. Увидит еду и придет. Да. О, и он сейчас подойдет. Он просто от собаки ж убежал. Вот он идет, видишь? Зай, смотри, только ножки не намочи. Близко сильно к воде не стой. Вот он приплыл, ела его, подманила булочка, и он опять приплыл. Так он же большой какой, а вот собака опять рвется поохотиться на лебедя. Смотрите, как она лезет. Держать, вот он улетает. Хорошо, о, шипит он, видишь, отпугивает собаку, шипит. Все рвется поохотиться на лебедя. Пес охотник. Что? Ух ты, лошади! Да, пока мы с Евой кормили лебедя, тут приехали две лошадки, прискакали. Пришли. Пришли, да. Ну, за лошадей обычно говорят, скачут, прискакали. А лебедь поплыл. Сейчас, ребята, мы заходим на такую смотровую площадку, с которой видно все озеро. И мы вам покажем, где еще лебеди есть. Ага. Ева идет по дощечкам. Новый челлендж от Евы. Wooden челлендж. Деревянный челлендж. Дощечный челлендж от Евы. Вот, ребята, висит спасательный круг. Вон еще одна собачка. Летом здесь было очень-очень много людей. Да, дочь? Мы с Евой тут загорали и купались. А теперь людей нет, холодно. И остались одни лебеди, которые... А вон, кстати, наш друг лебедь. Вон он плавает вдалеке.